97-летняя жительница Калифорнии испытала настоящее счастье. Благодаря проекту «Сокровенное желание» она осуществила то, что называется мечтой всей своей жизни – побывала в офисе Google. Сегодня я получила настоящий опыт. Детство я провела в маленьком двухкомнатном доме в крошечном городке в Монтане. Я помню, как ездила на лошади и старой машине. У нас не было электричества. Не только электричество в сельской местности, где родилась и выросла Олив Хорл. Не было даже водопровода. И с тех пор, как компьютеры вошли в нашу жизнь, а Оливер находится под впечатлением от высоких технологий. Сегодня Оливер живет в доме престарелых в Санта-Розе. Недавно она услышала о программе «Заветное желание», разработанной неправительственной организацией в рамках ее исполнения желаний пожилых людей. Оливер говорит, что выбрала посещение офиса Google, поскольку хочет заглянуть в будущее. Мы надеемся, что она увидит, как здесь происходит волшебство, почувствует энергетику сотрудников компании. Я думаю, мы также получим много энергии от нее. Тур по высокотехнологичному кампусу включает возможность прокатиться на самоуправляемом авто, погрузиться в виртуальную реальность и попробовать создать свой собственный вариант логотипа Google. У нее много вопросов о технологиях, как у заядлого пользователя, что означает бродить в интернете, как все устроено в Google, как мы поддерживаем творчество, как организовано рабочее место. Напомним, Google – транснациональная компания, основанная в 1998 году. Она специализируется на интернет-поиске и рекламных технологиях.